5 мая 2020 года в утреннее время водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Kia Soul, при выезде с дворовой территории со строителей 39 не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на велосипедиста 1993 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходной дорожке. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных случаев, каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать правила дорожного движения.